парнишка на ходулях. Знаковое местечко в Петербурге, конечно, это Елисейский магазин. И тут всегда какие-то аниматоры. Вот он сейчас склонился, правда, на ходулях, высокий человек. Но это прикольно. Всегда заходим вовнутрь посмотреть, позырить. Устроим себе зыринг. Мы не удержались и купили в Елисеевском вкусный хлебушек. Ну, еще не отведали, но верю, что он вкусный, с брусникой. Потом расскажу, как он нам понравится. We're flying down the